Эх. Ну, второй раз, я думаю, смотреть мы это не будем. Здравствуйте, отсутствующие зрители мои. Я тут один, поэтому особо ничего говорить не буду. Наверное, решил пройти очень-очень старую игру по Звездным войнам. Чисто для себя, скорее всего. А там посмотрим, может кто-то подтянется, может нет. Что сказать? Игра действительно доисторическая. У меня были некоторые проблемы с тем, чтобы ее запустить. Но вроде как все работает. Трансляция вроде как идет. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, давайте, наверное, нового агента создадим на всякий случай. Чтобы действительно с нуля начать. Это я. Да. Пам-парам-пам-пам. Начинаем. Так, пролог. Миссия первая. Смерть. А, планы звезды смерти. Операция Skyhook, фаза 2. Конфиденциальная информация от сенатора Мон Матме. Так, The Rebellion, Scouting Council, Completion of this moment, Commander Katarin. А, я так понимаю, это получается будет, ну не прям как в фильме, грубо говоря, но суть примерно та же. Нам надо украсть планы Звезды Смерти и доставить их повстанцам. Ну, звучит изи-пизи, конечно. Попробуем, но я ничего не обещаю. Ух, ёлки-моталки. Так. Сразу говорю, управление тут очень специфичное. Графику на максимум, конечно же. Так, это, пожалуй, поменьше сделаем. Звук тоже потише, музыку потише. Даже вот так, наверное. Замечательно. Вот если бы кто-то был, кто мог бы мне подсказать, так сказать, как у меня со звуком, с видео, было бы так замечательно. Но, увы, увы. Придется все самому. Так, ну, вроде нормально. Ё-моё. Так, что-то мне подсказывает, что здесь есть автоаим, а еще я вижу, что игра в очень маленьком окне у вас идет. Точнее, у меня самого. Сейчас я попробую что-нибудь с этим сделать. Так как это не дело. На один момент. Изменение сцены. А не все так просто, господа. Так, настройки. А хотя, с другой стороны. Так, изменение сцены. Как бы мне так это все провернуть? Блин, ну это, конечно, супер неудобно будет. Но что не сделаешь ради отсутствующих зрителей, да? Так, а что если... Вот так вот. Как теперь дела с этим всем обстоят? Дела обстоят не очень, окей. Пробуем дальше. Да, вот проблема старых игр в том, что их хрен нормально захватишь. Но ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Так, давайте какую-нибудь заглушку сейчас поставлю. Хотя, ладно, фиг с ним, обойдетесь без заглушки.
параметры. Попробуем вот так. Давай. Возвращаем. О, ё-моё. Ну-ка. Как оно? Так, оно заработало, но понимаете, в чем проблема? У меня теперь все цвета... А, нет, все прошло. Ну, нормально, думаю, так можно будет. Бластер Райфл. Чудесно. Так, ну, поехали. Не-не-не-не-не. Попрошу заметить, что выстрелы синего цвета, лучи, точнее, лазерные. А, и автоэйма как такового-то особо нет. Ну ладно. Так даже интереснее будет. Так, отлично, я могу прыгать, могу даже присесть. Попрошу заметить, к слову, что это, в принципе, моя первая трансляция такого плана, поэтому... Ага. Тут нужен ключ красный. Где мне его взять? Хороший вопрос, но узнаем. Нет, все-таки автоаим тут есть. Ну, ладно. Как я понял, я играю за всеми любимого, всеми известного Кайла Каптарна. Каптарна. К сожалению, не знаю, как правильно произносится точно на данный момент. Я не знаю. Еще тут, видите, большая проблема в том, что ни вверх, ни вниз смотреть я не могу. Поэтому мы по стеночке будем ходить. Что это? Ёлки-моталки. Что это? С этим взаимодействовать я не могу. Пойдем дальше. Еще очень сложно читать такие шрифты, если честно, потому что, ну, сами понимаете. 15. Ай, ё-моё. Отстань. Отстань. Все? Все. А, это щит. Ай. А, щит это был то. Сила. Так, класс, у меня кончилось первое. О, прикольно. Так, это что? А, у меня, в принципе, кончилось все оружие, поэтому пришло время кунг-фу, так сказать. Окей. Попробуем. На это просто булыжник. Я не знаю. Так. Бежим, пока нас никто не видит, не трогает. Поднимаем оружие. Чудесно. Отстань. Еп, тут налево. Так, а что из этого моя жизнь? Наверное, левый нижний угол. 0,52. И что-то у меня ее не особо много. А что обозначает зеленая штуковина в том же углу? Непонятно. Но ладно. Так, лифт. Да. Так, давайте попробуем другое оружие какое-нибудь. Один. Да, нет. Ладно, попробуем с начальным пистолетом походить пока. Блин. Вверх особо не пострелять. Стоп. А, я понял. Окей. Блин, жизни-то все меньше становится. А куда идти? Непонятно. А, 62 это, ну вот, зеленая цифра это щит. Чудесно. Так, может нам куда-то сюда?
темно, блин. Нет, это просто тупик, в котором ничего нельзя сделать. Прям как моя жизнь. Тоже полный тупик. А, вот еще сюда можно подняться. Так. О, боже мой. Эть. Ага, там можно упасть вниз, я понял, что там. Но я справился и поднял ревайв. Прикольно. Не палимся, не палимся. Просто двигаемся дальше. Может, я поднял уже красную карточку? Так, не знаю. Попробуем еще раз сюда зайти. Пожалуйста, спасибо. Поехали. Так, можно ли тут что-то нажать? Нет. Нет. Какой кислотный потолок, просто уж. Стильно, конечно, но... Не стреляйте. Так. Протяни, пожалуйста. Спасибо. О, сейчас у меня уже есть красная карточка. Как, конечно, она у меня есть. Точнее, где? Пока еще не все до конца ясно. Ага. Этого парнишку мы трогать не будем. Он за нас. Точнее, не совсем за нас, но это. Все? Все. Куда делся парнишка? Парнишка? Я слышу, ты где-то. А, понял. Так, ну, он цел, так хорошо. Так, можно пройти вниз. Ну, давайте. Ага. И что тут у нас? Стелс. И что я сделал? Господа, я вообще ничего не понимаю. Ну ладно, окей, давайте. Поставим в таком положении. А, возможно, это лифт. Я понял. Так, ну мы пока в лифт не пойдем, мы пойдем сюда. Чтобы что? Чтобы убить этого парня. Это что, планы звезды смерти? Я их уже нашел, получается. Судя по всему, не особо. Так как сделать с ними я ничего не могу. Постоянно тянет нажать кнопку перезарядки, хотя мы все понимаем, что она нам особо не нужна в данном виде. А что это? Это оно. Вот это план. Согласен. Это действительно было too easy. Но только где мой корабль? Кто бы мне сказал? Ну, думаю, найду со временем. Когда-нибудь. Где-нибудь. Летить какой. Быстро. О! Могу поздравить на себя. Я прошел первую миссию. Это было
Не просто, но и нелегко. Так, сейчас одну секунду, господин корабль. Что у нас тут? Секреточек. Экстра лайф. Блин. Весь этот экстра лайф, чтобы я упал вниз. Так, ну так, куда этот лифт не достроит? Ага. Отомстили пацанам, которые унижали меня. Так, ну куда я прыгать уже не буду, так как типа незачем, поэтому давайте возвращаться к кораблю. И сматываться отсюда. Да, насколько я помню, в фильме это все было несколько, ну, поинтереснее, подинамичнее, но имеем, что имеем. Я не жалуюсь, если честно. В какой-то степени я с собой даже горжусь. Не каждому дано, так сказать, угнать планы звезды смерти. Так. А как отсюда ливануть-то, так сказать? Ага. Escape. Next mission. Да, я убрал. Mission goal is complete. Yes, continue, please. Kyle delivers the plans to the Rebel Alliance. Soon afterwards, the Death Star is destroyed. But even as the Alliance celebrates this victory, another sinister plot is set in motion that will become an even greater concern for the Rebellion. Approved your test demonstration, General Mock. Thank you, Lord Vader. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. At last, the Emperor's war will be filled only with the glory and beauty of decisive victory. A noble cause, General. I hope the demonstration lives up to your claims. Proceed. With pleasure. Dark Trooper, release. Very impressive, General. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. Certainly, Lord Vader. Прошу прощения. Thank you, Commander, for responding at such short notice. The Empire has been keeping us on the run since the destruction of the Death Star. 5 days ago, the Empire attacked one of our secret bases in the city of Talais. This is TAC base to anybody out there. Please, we're under Imperial attack. There was no warning at all. Total devastation. They broke through our shield. They broke through our shield! TAC base was destroyed within minutes. Many innocent people in the surrounding city, as well as the rebel staff, were killed. Intelligence thinks that this may be an act of retaliation for the destruction of the Death Star. Interesting. This looks like it could be a normal Imperial attack, except for those sounds.
Very perceptive, Commander. I know you understand that all we discuss here is classified. This Imperial officer, Crix Medine, wishes to defect to the Alliance. He has supplied us with information on the development of a new Imperial weapon. Those sounds you heard, we believe, come from that weapon. A new type of stormtrooper, the Dark Trooper. A new stormtrooper that can take out a rebel base that quickly? I should have kept working for the Empire. The Rebel Command is not taking this lightly. They have authorized me to hire you to find out if there is a threat, and if there is, to shut it down. That is, if you are still on our side. This could be interesting. All right, I'm in. But I think I'll need some help on this one. I want Jan Ors as my mission officer. Certainly. Then I will let Jan brief you further on your mission objectives. Thank you, Commander. And may the Force be with you. Ну, что сказать? Что сказать? Вы этого не видите, конечно, по стриму, но у меня во всей заставке цвета очень дико кислотного цвета. То есть, допустим, даже сейчас вы смотрите на данную прекрасную женщину и не подозреваете, что вот эта вся область, также вот эта вся область у нее ярко-зеленого цвета. И вот так вот у меня было практически всю заставку, которая была довольно-таки длинной. Переводить и рассказывать сюжет я пока не буду, потому что, ну, делать это для кого-то было бы здорово, да, но самому себе, опять же, я не настолько сумасшедший пока что, поэтому поеду просто дальше. Так. Одну секунду. Ну. Поехали. Горы у меня, кстати, тоже очень таких специфичных цветов. Они очень отливают белым. На стриме этого не видно, опять же, конечно же. Ну и замечательные. Если честно, я не был уверен, человек это или нет. Но... Кого это теперь волнует? Ага. Военные преступления. Никогда не доверять империи, так сказать. Не одобряю ее действия здесь, не одобряю. И всем жестоко отомщу. Тихо. Все, все. Rebel Scum, my ass. Вот блин. Ничего. Блин, не получилось просеять, ну ладно. Так то что идет. Так, туда я просто пока не пойду. Не буду высовывать свой нос. Вот что надо было... Ой, как тут темно. Так, ладно, сюда я пока не пойду. Вернемся назад. Посмотрим. Так, вот отсюда я пришел. Здесь я не был. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь ничего. По лучшим законам жанра. О, господи. Скримеры еще тогда были, оказывается. Угу. Так, а отсюда мы, в принципе, начали. Окей, я понял. Значит, выбора нет. Придется идти в ту темную страшную комнату. Только где она была?
По-моему, где-то здесь. Угу. Вы что-нибудь видите? Я нет. Тихо, кто здесь? Побуду червем. Так, больше шансов выжить. Это что такое? Что это? Труп, ясно. Уважаемые, откройте дверь, пожалуйста. Не открывают. Окей. Тогда мы пойдем более хитрым путем. Перед этим сначала поснайперим. Все не так просто, на самом деле, скажу я вам. Видите? Паркур. Показалось. Дверь категорически не хочет открываться, ну и фиг с ней тогда. Вот, если бы я хотел увидеть звездное небо, то я бы посмотрел на эту реку. Она у вас, конечно же, нормальная, но у меня страсть. Страсть какая стрёмная. Раскидываем всех и вся. Так, надеюсь, что они нас не заметят. По стелсу, по стелсу. Что это? Медкит. А, у меня так мало жизни, оказывается. Ё-моё. Так, дайте мне вот, вот это, пожалуйста. А, у меня полный боезапас. Дверь не открывается. Медкит не поднимается. Окей. Попробуем более своего ОТ доиграть, а то я что-то замечтался. Знаете, эти мечты победить империю, все такое. Хотя, признаюсь честно, в детстве, ну, когда я был маленький относительно, мне нравилась империя. Ну, потому что, ну, они все такие стильные. Да и Вейдер классный мужик. По-своему был. Но сейчас это все очень спорный момент, так сказать. Я думаю, вниз мне лучше не падать, поэтому пойдем пока... Поищем, куда еще можно пойти. Так, сюда. Сюда, сюда, да, сюда. Я очень хочу, на самом деле, попробовать убить кого-нибудь с кулака. Но рисковать особо при этом тоже не хочу. Да, ё-моё. Угу. Эта штука не интерактивна. Здесь у нас что? Еще ХП. ХП это замечательно, я считаю. Кушайте. ХП, будете здоровы. Так, окей, а куда дальше тогда двигать? Так, тут я был. Set blast.
Не совсем. Да, эти ужасные картины войны, ужасные руины. Уберите детей подальше, пожалуйста, от экранов. А, я умею плавать. Вау. Но мои глаза сейчас, честное слово, вытекут. Ну-ка, может, как-нибудь это в настройках можно изменить. Configurations. Ship. Gamma Correction. Mouse. Super Shield. Что это значит? Без понятий. Ничего не понятно. Ой, вот это я зря. На один момент. Гамма, гамма, гамма. Ничего не изменилось. Кстати, попрошу заметить, я сейчас ничего не нажимаю, но при этом двигаюсь. Течение было уже в 95-м году, по-моему, если не изменяет память. Такого года выпуска эта игра. Итак, куда мы пришли? Ага, можно идти еще дальше. Так, у меня есть подозрение, что... Отступаем. Блин, тупик. Мое предположение сбылось, это был тупик. А еще и ловушка. Уходим. А, нет, смотрите-ка. А я и не заметил. Так. И чего? И кого? И куда? Не понимаю. Так, ну давайте тогда пойдем в другую сторону, посмотрим, что там. Это мне здесь боится, да? Так вот. Да, я проходил с имперским бластером, который выпадает с этих ребят, но знаете, мне начальный как-то более удобным кажется, потому что он не тратит слишком много боеприпасов. Вот так вот, конечно. Скорострельность здесь не особо решает пока. А так как я довольно-таки косой по жизни, то лучше не рисковать, я считаю. Мои бедные глаза. Ужас. Кошмар. Так. Я так понимаю, нам туда. Ну, по краешку обойдем, чтобы никого не беспокоить лишний раз. И, знаете, я ошибался, нам не туда. Блин, и что делать? И что ты мне сделаешь? Ничего. Ты лучше давай... Открой там что-нибудь или спусти, чтобы я мог тебе подняться и навалять тебе по щам. Так. Так. Интеллектуальная задача. Я этого боялся. Я этого опасался. И вот, пожалуйста. У меня есть подозрение, что если я убью человека в будке, который там кричал, то возможно... Мужик. Блин. То возможно, так сказать, все мои беды завершатся, но как мне это сделать? Пока я это не понимаю. Так, давайте туда вернемся. Ай! Кто? Кто стрелял?
какой-то волк-одиночек. Так, я так понимаю, вот оттуда как-то можно будет выстегнуть того щегла. Страсть. Двери не открываются. И как мне быть? Что мне делать? Наступает самая интересная часть стрима. Брождение в непонятках. Так, я видел там какое-то синее свечение, помнится, вот, по-моему, ага, вон там есть синее свечение, там дверь, тут синее окно, тоже дверь. Оттуда я вообще прошел, если память меняет. Да, я отсюда явился, так сказать. Но в эту дверь пройти не мог, потому что у меня не было синего ключа. У меня и сейчас-то его нет. Свалился-то я вот оттуда. И туда я вернуться не могу. Возможно, где-то лежит синий ключ. Возможно, даже здесь. Я здесь ничего опять не вижу, поэтому не объясните, что это. Никак. Да умри. Это что? Тебя спросить забыл. Так, мансуем, пока молодые. Все бы хорошо, если бы не было так темно. Поверьте мне. Так, ладно, я более-менее ориентируюсь в этой темноте, как сорви голова, поэтому мы в порядке, бойс, мы в порядке. Так, выходим на белый свет. И что мы видим? Очередного имперского ублюдка. Так, главное в воду не шарахнуться. Смек. Вау. Так, и что это дает? Вот что это дало? Я так понимаю, это дает возможность пробраться в ту дыру. Ну давайте попробуем. Интеллект, интеллект, ребята. 5 IQ. И абсолютная темнота. Нет, знаете, мой интеллект не так могучий, как я предполагал. Ну ладно. Эть. Не задавило, это хорошо. Так, ну пошли тогда дальше. Что я могу сказать? Что-нибудь я туда сделал, наверное. Как же он медленно идет-то по этой воде, ё-моё. Так, ну давайте посмотрим здесь сначала, что изменилось. Хотя я сомневаюсь, что изменилось что-либо.
Ну а вдруг? Так, решетка там на месте. Стал как минимум светлее, это точно могу сказать. Так. А, я так понимаю, мы подали энергию во все это место, и теперь мы можем что, открыть дверь? Кайф. Е-е-е, чуваки, интеллект. Победа. Это просто победа. Так, ну давайте тогда полутаем все остальное, что здесь было. Интересно же, что я тут найти могу. Нет, я тут не все могу полутать. И поэтому пошли просто дальше. А, вот почему-то так темно было все это время. Не знаю, что это, но нажать на это нельзя. На это тоже. Ну и хрен бы с ним. Пошли. Так, вот только как туда попасть-то, как вернуться? По-моему, здесь где-то. Отдохни, приятель. Так. You're not authorized in this area. Ёлки-матки. Спецназ. Отдохни, парниша. Ну. Сюда я пока не пойду. Я пойду сюда. Мне интересно, что здесь. Здесь у нас сломанная пека. Немножко брони. В самый раз. Медкиты. Вот как пользоваться медкитом в случае чего, я не знаю, если что. Поэтому, когда я отъеду, не обессудьте. Но я не планирую, если что. Ага, я понял. Это наш шанс, ребята. Убить его с кулака. Нет, это не наш шанс. Отмена миссии. Отмена миссии. Блин, всю малину испортила. Меня еще течением уносит назад постоянно. По-быстрому. А, воу, кто его убил? У них тут friendly fire, что ли, есть? Я не понял этого момента сейчас только что. Так, и куда я пришел? Тихо, не стреляйте. Мужики, не шмаляйте, я без воды. А, я вернулся к началу, получается, окей. Ну, нам, наверное, сюда. Так точно. Так, ладно, тут можно и побаловаться немного с бластером имперским. Ай.
знаете, надо было, наверное, какую-нибудь фразочку крикнуть, типа «Say hello to my little friend» или что-то в этом духе, но поздно. Осторожно проползаем дальше. Так, возвращаемся к нашему верному однозарядку. Секретная кнопка с секретными аптечками. Как использовать аптечку? Шесть, семь, восемь, девять. Ничего не дает результата. R. T. E. T. P. F. G. H. J. K. L. Не понимаю. Моего интеллекта все-таки недостаточно для этой игры. Ну а что поделать, высшего образования-то нет. Так. Ансимка в первый раз. Последний. Ужас. Тихо, ребят. Блин. Щита мало. Надо бы найти где-нибудь. Музычка такая напряженная. Ага, все, отлично. Тут у нас что? О, что можно? Так, хоть как-то подзарядились, так сказать. Продолжаем наше освободительное движение. Это что? Похоже на оружие. Что я подобрал? Я, как понял, подобрал оружие в Dark Trooper, но, так понимаю, это квестовый ствол, и поэтому пользоваться им я не могу. Но давайте пробиваться назад. Если что, кстати, если кому интересно, то графика здесь... Ну, вы поняли, да. Как-то похуже, чем в самом первом Doom. Хотя, быть может, я ошибаюсь. Так, я в первый Doom играл 1000 лет назад. О, господи. Что-то мне это не нравится. Давайте на всякий случай вот этот автомат возьмем. То вдруг засада. Нет, засады пока нет. Уходим. Если бы меня еще не кидало из стороны в сторону... При каждом моем движении было бы довольно неплохо. Так, она сказала, встретимся на лендинг-пэде. Это, например, вот сюда, потому что я пошел отсюда. Да, скорее всего, потому что вот там дверь. Собственно, там нужно подняться.
покидаем эти роскошные апартаменты, полные трупов наших друзей и врагов. Ой, не буду с вами драться. Так, а где, собственно, корабль, который должен меня забрать? Так, понимаю, где-то поблизости. Скорее всего, где-то внизу. Угу. Так, никого. Тела, кстати, исчезают. Вот что я заметил. Поздравляю, гайс. Я сделал вторую миссию. Не то чтобы это было легко, но я справился. Засада. Нормально. Ну-ка, может получится кого-нибудь все-таки с кулака напоследок, так сказать. Нет, нет, никто? Ну ладно. Ну, другой раз. Другой раз. Забирай нас отсюда. Next mission. Yes. Так, that thing you found was a weapon of some sort. Too large for a human being to use, most likely it's a prototype weapon for the Dark Trooper. Угу. Угу. Тут очень много текста, оказывается. Очень много текста. Но читать для буду, поэтому скип. Ну, потом-то я буду, естественно, читать, когда будут зрители. Хе-хе. А что, ролика не будет? Ну ладно. Так, давайте попробуем кого-нибудь сейчас по-быстрому с кулака убьем. Мы со спокойной душой. Нет. Против робота с кулака лучше не драться, я думаю. Иди сюда. Так, отлично, у нас новый тип врагов. Злые дроиды. Покажу, почем фунт повстанца. Так, блин, это лифт. Кто меня привел? В подземелье. Это жижа неприятная, я так понимаю, мне к этой жиже не надо спускаться. Ну, окей. Давайте пойдем к жиже. Пам-парам-пам-пам. Стоять. Кто стрелял? Так, тут враги респаунятся постоянно за спиной. Это некрасиво. Это робот? Не понятно. А, вот это не робот. И что я сделал? Журчание прекратилось. Нет. Да. А, я понял, что я... Нет, я не понял, что я делаю. Выглядит отвратительно. Воняет, наверное, так же. Так, ну ладно, давайте сначала начнем. Так, интеллектуальная задача номер один. Ага. Понял. Ну давайте пройдемся. Это что? Вроде не сопротивляется. Эти. Термодетонатор. Граната. Ага. Понял.
экрана, это я люблю. Так, течение уносит меня в Татарстан, но я пока с этим не согласен. Роботов, которые в хер попадешь. Это маленький. Сосранец, а? Я что-то нажал, и все открылось. Лифт, который спустил меня. Да. Ага, ладно, попали дальше так. Так, вернемся, пожалуй, к пистолету. Ой, что-то мне не нравится это. Что это был за звук? Я принялся к бластеру. Это что такое? Мать твою, блин. Страшно ты как, ё-моё. Пошёл вон. Черт. Так, это бедает какой-то черт, который не согласен с моим пребыванием в данной системе. Так как я здесь тоже находиться не хожу, то давайте по-быстрому пробежим туда. Тупик. Причем этот черт вылезает именно тогда, когда появляются роботы. Я думаю, они заодно. Так, я нашел. Ай! Ступени. Нафиг, поехали, не буду досматривать, что там было. Хотя надо бы, конечно. Так, а еще у меня 4 щита осталось. А, очевидно, у меня есть хп. О. А мне сюда надо? Нет, думаю, пока не буду. Так, поехали обратно вниз. Да, у меня есть просто хп еще, оказывается. Ну и замечательно. Дальше проживу. Борзость. Эй, не кушай. Так. Где-то я видел просто свет. Горел. А, вот там, да. Давайте сюда сходим. Ну как, свет горел, здесь просто чуточку посветлее. Мать честная. Аптеку съедим. Тихо. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня. Как я такой вариант? Что это такое? Периодически встречаю, но не могу понять. Ладно. Давайте тогда, получается, возвращаться, потому что здесь больше делать нечего. Только как отсюда выбраться? Тихо. Так, нет. Сюда? Да, сюда. Эх! Ужас. Забери меня отсюда, здесь плохо пахнет. Эх. Так, а если я сюда пойду? Ага. Окей, в первой дыре мы поняли, что ничего интересного особо нет. Пошли в дыру Маргала.
Так, вы опять эти ребята. А, вот что я делаю. Я поднимаю уровень жизни. Да будет так. Так, так. Пить. Так, стреляют. Давайте посмотрим, что здесь у нас. А сюда нельзя проникнуть, да? А нет, можно. Раз уж я здесь. Юпи! Так, здесь очень темно. И очень воняет. Пошел вон. Так, кажется, такие погибли. Куча какого-то. Даже стыдно сказать чего. Открой эту дверь. Куда ты тоже? Что это значит? Что я сделал? Что происходит? Так, меня куда-то очень быстрым течением уносит. Окей, дрожи. Застрял. Давайте ускоримся немного. Стоп! Назад! Назад! Там что-то есть! Не получается. Ладно. Блин, может я там пропустил оружие, ты счистил. Ну, не в этот раз. Опять! Оп. А, ну я понял. Окей, это просто отвлекли. Не-не-не-не-не, давай прибавим ходу. Это что? Следующий робот. Нормально. Так, просто пойдем дальше. Блин, а что если это бесконечный туннель, мне надо угадать, в какой именно проем свернуть. Ну, вроде нет. Уи! Так. Отлично, я справился. Ну и теперь последний, я так понимаю, сюда. Темно. Очень темно. Чё ты мне подскажешь, что я здесь уже был? Да, я тут был. Блин. Окей. Ну, поехали. Ускоримся опять. Как бы эта миссия не на время была, ну точнее вот это вот действие, когда ты включаешь эту жижу, и ты должен по-быстрому преодолеть данный участок, чтобы подобрать, точнее, попасть туда, куда тебе надо. Ой, как все быстро так. Так, отстань. Ясно. Так вообще как-то я
что-то не так делаю. Окей, давай отключим. И что это дало? Момент я упускаю. Так, сейчас я похожу немного здесь, так сказать, отдохну от этих журчаний. Ну, пошли обратно вонять в канализейшн. Тогда пойдем в третью сначала. Кто-то скажет, что я просто сначала, точнее, где-то там не довернул, либо что-то в этом духе. Поэтому придется проплывать всю эту тему заново. Ну, что поделать, выхода нет. Не поворачивать там направо. Запомни это. Иду прибыли с тобой конвенционная сила. Черепашки не за тебя чили ориентировался в таких ситуациях. Так, ну, осторожно. Так, если... Ага, вот, может подтормаживать в случае чего. Так. Притормаживаем. Смотрим. Давайте прямо. Нет, не-не-не-не. Воу-воу-воу. Так. Осторожно. По-моему, я... Стоп, мне надо было поворачивать направо или не надо было? Блин. Это надолго, гайс. Поворачивай направо. Поворачивай направо. Запомни. Направо. Право руля. Вот заранее будем держаться правого поворота. Все равно. Не особо работает. Так, где-то рядом со злым дроидом. Шаром. Так, тут ничего. Он где-то здесь должен быть, по идее. Я его убью, что ли? Все-таки сильно. Так, направо. Нет. Оба варианта ведут в одно и то же место. Так. Окей. Давайте в первую пойдем тогда, что надо приложить. Уровень жижи недостаточно, мой господин.
Так, а если я нажму? Еще раз можно нажать? Нет. Поплыли дальше. И вот что меня дернуло в эту игру играть? Непонятно. Так, выход здесь. Ну, я еще тут на всякий случай посмотрю. Так, мне либо отступить надо из той комнаты, когда поднимается уровень грязи, либо я не знаю. Ну, давай, наверное, попробуем так сейчас, то есть я нажму кнопку и побегу назад, может это сработает. Сейчас только соображу. А, ну да. Вот здесь. И что? Видишь, наглец. Так, вот это, по-моему, самый короткий путь. Или нет? Так, окей. Убраться назад из комнаты. Ну, давай. На счет три. Три. Дверь-то не открывается. Ну, твою мать. А если я здесь останусь? Не хочу туда. Блин. Ладно. Как все быстро, как все стремительно. Знаете, похоже на типичные будни петербуржца. Ты точно так же на работу добираешься. Я снова здесь. Хм. Да, вот мне вот в ту комнату надо каким-то образом попасть. Я понял. Я понял куда, но я не понимаю как. Окей, я так понимаю, надо как можно быстрее пробраться. Страстихия. Давай быстрее. Жижа не ждет.
Так. Где вторая дырка? Ян. Так, пробегаем. Давай. И нифига. Где ты? Что же делать? Я не понимаю. Судя по всему, не один я понимаю. Уверен, таких, как я, много. Просто какой-то кошмар. Окей, я, наверное, слепой. Я нажимал эту кнопку. Ну да. Мне как-то надо вот туда. Так, ладно, давайте-ка пройдемся еще раз по всем рычагам. Вот этот постоянно вниз, блин, опускается с помощью такого. Опять нету то, что мне нужно. Давай попробуем
самого начала, конечно, но это тупо. Ой, страсть, как сложно. Блин, может там лифт есть? А я и не в курсе. Лифт? Нет, не лифт. Сейчас с ума сойду в этой канализации. Да пошли вы все. Я чего-то не понимаю. Так. Прочекаем последний раз все рычаги. Если ничего не сработает, то пойду отдыхать и зализывать рану унижения, которое мне нанесла данная игра. На третьем уровне уже. Этот нажат рычаг. За табличку нашел. Окей. Идем назад. Спускаемся дальше. Чего? Канализационный урод. Так. Идем и думаем. Думаем и идем. Нет. Тут у нас больше ничего нет. Поднимаемся наверх. Оказываемся у корабля. От корабля идем назад. Идем назад, идем. На всякий случай чекаем здесь. Чекаем тут. Вниз. Тут, может, рычаг не нашел. Это вроде нет, блин. Возвращаемся обратно наверх. Второй. Или нет? Так, а это что за место?
Ага, вот ты где, сволочь. Господа, я дурак. Все это время я стрелял полной херней. Ой, как же тяжело быть тупым. Как же тяжело быть тупым, ребята. Теперь-то я покажу этой канализации, кто здесь босс. Давай быстрее. Время не ждет. Так, и теперь во вторую. Поехали. Все, вот оно, ребята. Вот оно. Несколько термальных детонаторов, боеприпасы. Так, главное не свалиться куда-нибудь, куда не надо. А то мало ли. Ай. Ай. Пока не будем с ними воевать. Мы типа ходим, посмотрим. Есть. Что там здесь? Дверь. Да здравствуй, человечество. Блин, куда я убал? Ай. Куда я упал, я хотел выбраться. Просто идем дальше по своим делам, не обращаем внимания на хейтеров. Надеюсь, это лифт. Это лифт? Нет, это не лифт. Блин. А, и вновь интеллект. О, господи, Иисусе. Какая страшная позиция. Интеллект человека оказался в западне. А, я понял, что я сделал. Все, понял. Я сообразил. Нам теперь надо обратно наверх и надо будет пропрыгать. О, господи, я не люблю прыгать. Все эти платформы. Да. Такая гадость. Наверное, сюда. Паркур. Не сработало. Ага. Я понял. Нет, я понял. Теперь точно понял. Я надеюсь, нет. Так, поднимаемся здесь. Вот так вот. Давайте мы сейчас оружие снимем. Ой-ой-ой-ой. Уже неудобно здесь управление. Ай! Ты что творишь? Гранатами-то больно. Так, мне надо вот туда. Опа. Патроны бы.
мужик, открывай. Да, вот он так вот пришел. Так. Вниз пока не пойду, посмотрим, что здесь. Ну что, дроидер, конечно. Кончились патроны. До свидания, господа. Что я взял? Ага. Так, с тобой я драться не буду пока. Тебе я потом вернусь. Так, все, патроны есть. Пошли мстить. Я умер. Да? Да. ГГ, молодые дамы и господа. Какие молодые дамы и господа? Старые, молодые, все, неважно. Пожалуй, на этом... А, тут есть чекпоинт. Тогда неважно, окей. Забудьте все, что я говорил. Попробуем еще раз. Ну что, урод? Я за тобой шел, знаешь, сколько уже? Скотина. Next mission. Кошмар. Окей. Покажите хоть заставку какую-нибудь. Пожалуйста. Я заслужил. Я не заслужил. Ну, в любом случае, на этом, пожалуй, все на сегодня, дорогие друзья. Заведу следующий стрим. Ну, может быть, завтра, может быть, послезавтра, на днях. В любом случае, все равно никто не смотрит, поэтому спасибо мне самому, что был сам с собой. Всем пока.